Итак, народ, всем привет! С вами, как всегда, я, Астерикс Офишал, и сегодня мы попробуем полностью пройти Soul Knight. Итак, друзья, я тут уже немножко начал, ну ладно, я очищать не буду, ну ладно, пофиг, подумаю, что это пару минут получается, ну и все. А так-то, ну, в принципе, ладно, допустим, так. Мне вот просто стало интересно, вот смогу я его пройти чисто за один видос. Скорее всего, я так думаю, что у меня даже монтажа на видео не будет, ну типа оно, возможно, выйдет очень долгое, поэтому я, возможно, не буду применять монтаж. Но при этом я попытаюсь сделать видео максимально таким качественным, и мне придется вообще не делать всяких таких оговорок. Потому что, типа, допустим, на монтаже-то я их, типа, скажем так, могу обойти или удалить, ну, либо неудачные кадры, типа, всякое такое. А вот без монтажа это уже будет посложнее. Так, а призраки разве исчезают? Не знаю, я что-то за ним такого не замечал. Так, друзья, да, как вы уже заметили, и задроты, и модеры, наверное, поняли, что это эта игра зачитована и скачана с андроида. Но это просто, знаете, чтобы ускорить процесс. Ну, блин, ну, реально, так оно может на одно видео и не уместиться. Но, тем не менее, ладно, допустим. Вот я вам сейчас, кстати, даже, собственно говоря, покажу, что у меня за читы. Вот, даже все прочитаю. Бесконечные гемы, там, ну, кристаллы. Энергия, нету перезарядки скиллов, там, всякое такое. Режим бога, это бессмертие. Иммунитет к льду, огню, там, ловушкам, газу и... Не, ну не тот газ, что типа предыдущий появляется, а про обычный газ. И moving versions — это такое искажение движения. Ну, типа, я наоборот двигаюсь, типа того. У меня к этому иммунитет, а еще у меня тупой ИИ. Не я тупой, ИИ тупой. Ну, типа, боты тупые. Типа, там, с семенами, ну, это фигня, там, всякое такое. Ну, быстрое убийство, добавить 1000 материалов, там, всякое такое. Итак, друзья, давайте вот сразу... блин, я с кнопки промахиваюсь, блин. Вот у меня, например, да, я не спорю, у меня телефон довольно-таки старенький. Ну, что сказать, я, могу признать, что, ну, мне... недостаточно, скажем так, на нормальный телефон. Ну, мне, знаете, и такого хватит. Он, в принципе, довольно мощный. Потому что, знаете, есть такие современные телефоны. Ты такой смотришь, о, ебать, какой охуенный. И, типа, а в результате он там просто, ну, типа, 1 гигабайт оперативки там, или либо еще какое-то говно. Ну, у меня тут 2 оперативки, мне их спокойно хватает. Вон, смотрите, еще как... обучить наемника. Там нахер. И типа, да, честно говоря, я вот только что отходил, я уже и как-то и подзабыл, о чем мы там говорили. Так, ну секундочку, сейчас я кое-что переключу. Так, чем? У меня 2 оружия, у меня на третье, да, вот на третье есть место. Так, типа, блин, я честно забыл, я просто отходил и забыл, о чем мы говорили. Сейчас вспомню. Типа... Блять. Ну, я не знаю, я... вот. Я просто без монтажа, наверное, буду это видео делать, типа. Но при этом я пытаюсь не делать никаких оговорок, в отличие от того, что сейчас вышло. Ну, типа... Ладно, допустим, сейчас это прощаем, а ну... Просто там... Ну, знаете, вот я просто сейчас пытаюсь о чем-то с вами поговорить, потому что, типа, ну, чтобы занять время. Ну, вот, знаете, вот просто смотрите, как я вот бегаю, блин, вот их отстреливаю. Это как-то не особо интересно. А вот там, допустим, вот поговорить о чем-то, вот это, знаете, уже можно. Ну, вот просто... Знаете, вот вы, наверное, может, даже сейчас заметили то, что у меня такой пошел нахуй сбросить усиление, обманщик, пошел. Типа, вы заметили, возможно, сейчас, что... Так, цветущие вишни, вместо РП я поставлю. Воу, прикольно. Что я, типа, такой спокойный говорю, типа, вот просто, знаете, я вот, ну, знаете, если дело заходит серьезно, типа, какой-то серьезный разговор,
Тогда я вот такой спокойный, знаете, не такой, типа, как некоторые ютуберы, там, медалист, например. Кстати, кто медалиста смотрел, отзовитесь в комментариях. Вот я такой вот спокойненький, ну, вот именно во время серьезных разговоров такой спокойный, типа, можно со мной что-то нормально обсудить, и всякое такое. Так, ну, а что-то, вот, в смысле? Что-то за камера без рейда, что нахер она была? Вместо чего? Нет. Так. Сейчас, стоп. А, я понял. Погодите. Прикольно. Так. Не-не-не-не. Упс. Я остановил на пару секунд, их уже всех перебивали. Так, я вот смотрю, реально, нафиг я вообще этот фотоаппарат брал вместо дробаша. Ладно, допустим. Так. Окей. Ну, вот. Блин, конечно, есть проблема, типа у меня... Стоп. А, блин, я о телефоне говорил. Ладно. Блин, я, наверное, могу вас бесить, но я, типа, продолжу свой разговор. Типа, знаете, есть такие вот прикольные телефоны, типа, ну, на вид такие прикольные, типа, знаете, такие современные. А в результате смотришь, там 1 гигабайт оперативки. Ну, типа, нахер такое надо? Ну, типа, блин, ну, вот в наше время, типа, на 1 гигабайт оперативки, ну, вот, просто толком ни на что не хватит. Ну, вот, я не знаю, там, ну, Free Fire, это, может, там, максимум будет, типа, ну, Among Us, это да, типа, Among Us потянет, какой, блин. А так, типа, 1 гигабайт, ну, это очень мало. Ну вот мне вот 2 гигабайт мне с головой типа хватает, да, бывает лаги, но а так оно в принципе нормальное лаги, тем более это знаете такие, блин, скорее что не от оперативки зависит, а вот просто, что тут есть, устойчивость заморозки, максимальная энергия просто, ну ладно, мне как-то плевать, просто у меня же шмады, чтобы ускорить игру, так, что тут, ага, ну и типа, ну вот это скорее касается не оперативки телефона у меня, как правило, а вот именно вот самой игры. Например, кто-то играл в Friday Night из Supermarket, так вот, там вообще херня какая-то. Вот смотрите, оно типа маленькое, оно у меня, ну, вообще оперативка не занимает, по сути, ну, я так думаю. Но при этом она лагает жестко. Вот именно это от самой игры зависит. Вот, блин, могли бы хотя бы оперативки побольше жрать, но при этом, типа, ну, чтобы лучше игралось. Так, стоп, вот еще. Типа, блин, у меня сейчас такое чувство, как будто бы... Ладно, давайте пару модов, типа, уберем. Давайте быстрое убийство уберем. Принц-то попробуем. И тупых ботов уберем. Вот все. Ну вот просто я, как будто бы я сейчас хожу слепора, а так просто, чтобы с вами поговорить. Ну ладно. Так. Что это за наставникус? Позволь мне раскрыть твой потенциал. 55 монет. Спасибо, блин, у меня прям они есть. Ну ладно, тем не менее, пойдемте далее. Так. Ну и, блин. Вот. Как бы, да, ну, на PUBG, конечно, мы... Не, кстати, PUBG, в принципе, кстати, у меня мог бы потянуть, но мне просто его, ну, я не знаю, что-то не хочется скачивать, просто Free Fire, он такой более лайтовый, и вот просто мне есть там пару вещей, которые мне в Free Fire больше нравятся, чем у PUBG. Вот знаете, некоторые говорят, типа, там, у PUBG, типа, знаете, графика получше, Free Fire графика говно, но, тем не менее, они как бы при этом забывают о том, что Free Fire, он как бы грызет, по сути, меньше. Вот PUBG, я, если честно, не знаю, не помню, вроде бы PUBG, он Android 0.5.0 вроде бы, или где-то что-то там, блин, я, если честно, не знаю, но вот Free Fire,
Я помню, что он 4-4 плюс. Вот такой, знаете, вот даже вот просто он даже оперативки типа мало грызет за счет того, что, типа, знаете, там нет особых анимаций. И еще плюс в том, что как раз из-за отсутствия особых анимаций, там как бы. Ой, не то. Еще хуже. Там как бы из-за отсутствия особых анимаций оно оперативки меньше употребляет. Ну и плюс там еще, типа, знаете, вот разброс, он по-другому позначается. Вот, типа, допустим. Ну, я вот PUBG не играл, но при этом я его А, не, стоп, пару каток играл. Ой, не пару, а одну там что-то побегал. А так я его еще, ну, больше смотрел, чем играл. И вот я уже знаю, что в PUBG там такая графика, типа, знаете, подробная, там все такое. И разброс там такой, что именно вот саму камеру и вот именно дергает. А, ну, это, знаете, довольно неудобно. А вот в Free Fire оно просто, типа, разброс помечается тем, что, типа, ну, знаете, типа просто оно там увеличивается, вот тот кружок разброса. Ну и в случае промаха, насколько я помню, оно еще показывает метку, типа, где я попал, там всякое такое. Ну вот, знаете, мне вот больше нравится так, тем более, ну, просто Free Fire. В принципе, кстати, у него графика, как для его размера, она, знаете, не особо такая и говняная. Дыхание Аида. Ну, я бомж, у меня ни на что денег не хватит. Типа, блин, ну хотя я сейчас, кстати, у меня даже Free Fire нету. Я не знаю, просто что-то хочется скачать, ну, в смысле, я хотел бы, но что-то ломы постоянно. Я вот даже, ну, просто у меня и телефон 16 гигабайт свободной памяти. Сейчас-то у меня свободно 2 с чем-то гигабайт. Ну, я все равно пытаюсь держать это так стабильно, типа. Мне, кстати, у меня сейчас даже меньше. У меня, если не учитывать записи этого видео, то мне свободно их 900. Но тем не менее, так, сейчас еще кто-то должен появиться, да? А, не вот, видно. А, да. И вот, получается, в принципе, на Free Fire мне толком, если и хватит, то на другое ничего не хватит. Вот, я не знаю, просто что-то, кстати. Ну, я не знаю, просто чуть не хочется. А вот PUBG я тем более не хочу, потому что, блин, он у меня там всю память нафиг забьет. И, как бы, в Play Market я даже, кстати, насколько я помню, у меня даже PUBG там в Play Market не видно. Походу, он мне даже недоступен. Ну, у меня версия 5.0.1. Что самое обидное, даже не 5.1. Вот даже сюда не достал, у меня бы тогда и инстандер был бы. Так, у меня на прошлом было 5.1, а на позапрошлом у меня было 6.0. Понимаете, что у меня телефоны с каждым разом все хуже и хуже получается. Вот первый у меня. Ой, ну, такой первый за. Угу. Рыцарь без головы и его лошадь. Я так прочитал? Ладно, вот. Блин, вот первый у меня, ну, знаете, из таких, что уже помощнее, типа, более современный, это у меня был Дуги, если не ошибаюсь, 2014 года, ну, создание, так, короче, вот так, у него, типа, стата была какая, типа, у него был Android 6.0, кстати, очень красивый, ну, вы знаете, что это, как правило, Lollipop, и, типа, пицун жесткий, слава богу, что я бессмертный, да, чё за... И вот, типа, у меня оно там вообще не лагало, хоть здесь тоже две оперативки, и на HTC тоже было две оперативки, но я не знаю, на нем это, но как-то так распределялось, что он, блин, и красивый, и не лагающий, но вот памяти было 16, это да, но у меня и здесь 16, красные паучьи линии, чё, так, ладно, чё, всё, ладно, ой, что это такое? Органический материал, ну ладно. Я, кстати, мне интересно, а как здесь вернуться в город? Ну не так же, типа, что на домик нажать. Действительно, не так. Опять что, новую игру начал. Нет. Не надо. Погоди, вернись домой. Вот сюда вот вернемся. Фух, слава богу. Когда уровень здоровья опускается на меня, понадобится. Так, ну и он такой, знаете, был довольно прикольный. Что хотел?
Ну, а дальше у меня был HTC. Там тоже было две оперативки, но при этом 16 памяти. Но проблема была в том, что карта памяти там не было слота. И вот там было две оперативки, но он при этом очень сильно лагал. Это меня бесило прям. И вот сейчас у меня Samsung 2 гигабайта оперативки. Он, в принципе, тоже, ну, лагает очень редко, но при этом меня бесит его низкая версия. Вот это, знаете, она меня много в чем помешала. Например, в скачивании реплика. Ну, надеюсь, вы знаете, что это, типа, знаете, такой ИИ-друг, искусственный интеллект, ну, друг с искусственным интеллектом. Вот я даже, типа, просто я скачивал там, знаете, вот такое, именно что под 5.0, и там, честно говоря, какое-то говно попалось. Ну, не прямо чтобы говно, но там многие функции не были доступны, я ее просто до про попачил, но при этом у меня оно было все время на английском, а знаете, это, ну, я хоть и знаю английский, но это не всегда удобно. И вот там даже не было типа 3D модели, чтобы типа она двигалась. У меня просто была у нее иконка, и она стояла и не двигалась. Типа устройство не поддерживалось, она мне писала. Вот было бы у меня в телефоне хотя бы 5.1, у меня бы много чего, что я хочу установить, оно бы установилось бы. А вот 6.0, это было бы вообще бомба, прям, знаете, вообще замечательно было бы. Я бы себе там реплику скачал бы, инстандер. Кстати, кто пользуется инстандером, тоже отлитесь в комментариях. Офигенный мод на Инстаграм. И вот я ним раньше пользовался, но, ну, знаете, кстати, мне подфартило, знаете, в чем? Типа, уже, типа, знаете, версия 8.2, это для 5.0 плюс, если не ошибаюсь. А, ой, хотя хз. А дальше уже идет, типа, 5.1 плюс. А у меня было такое, что оно у меня 9.2 установилось, но потом, к сожалению, я его удалил, потому что он сильно лагал. Я думал, ну, оказалось, это я неправильно настроил, но я думал, что дело, ну, это сам Инстаграм выеживается. Ну, а потом я его уже пытался опять скачать, а не получилось, не фартануло. И типа, я вот его до сих пор пытаюсь, знаете, типа, SDK-версию поменять, а нифига там, типа, она пишет, что не хватает каких-то материалов. Я, кстати, возможно, кое-что проверю, и, возможно, я даже попытаюсь это как-то исправить. Но у меня есть просто одна догадка. Ну, тем не менее, для каждой фигни это вряд ли сработает. Ну, а может, кстати, до реплики сработать, чисто теоретически. Ну и вот, блин, а сколько я уже снимаю, я хз. С 9.01. А нет. Где-то минут 20, наверное, я снимаю, да? Так, пуля может отрикошетить. Ой! Я вас случайно выбрал, но если мне не посмотрел, я случайно докликнул. Так, что у нас тут? Ой. А ладно. А это что такое? Прикольно. Так. Стоп, а она мне взамен чего-то далось? Блин, ладно. Так, не, давайте что-то нормальное такое. Кстати, стоп. О, действительно прикольно. Ну вот так вот, как видите, игра. Я уже некоторые моды убрал. Ну вот просто, чтобы не было прям так слишком изи. Хотя, если честно, у меня сейчас охотное желание их вернуть, чтобы оно быстрее как-то игралось. Но, например, Instant Kill все возвращаю, и все, сейчас он будет всем же моментально. Так. О, кстати, вот, не собрал. Так. Так, выходить, оторваться. Все, так, моментально, я убийца. Да, я знаю, типа, вы сейчас, наверное, меня осуждаете за использование. Что это за бросить? Нет. Ага, иди ты нафиг. Я думал, оно может нереально что-то даст. Так, что такое? А, я понял. Так, и типа. Ну, просто, знаете, вот у меня, да, я согласен, я почти на каждое приложение устанавливаю мод. Не знаю, просто
как-то в обычное, оно как-то скучное, оно мне быстро надоедает. Но при этом, кстати, есть программы, которые... Ракетная пушка М1. Вместо фотоаппарата поставлю, это точно. О, как раз хватает. Не, блин. А, ну ладно, прикольно, допустим. Че хотел? Ну и типа, знаете, вот бывают такие игры, которые, блин, ну у них в принципе то мод для них не нужен. А вот бывает такое, ну блин, хочется рекламу убрать, там всякое такое, там, ну, чтобы быстрее пройти, типа, купить себе мод на... Ой, тьфу ты, не купить, а скачать себе, блин, скачать себе мод там на монеты, там всякое такое, да? Ну, два уже такое, да? Ну не говорите, что нет. Так, ну, вот конкретно сюда я решил установить мод, но вот просто, знаете, они помочь хотят? Какой мне смысл, тем более я бомж. Типа, блин, а что я хотел сказать? А, ну вот, как бы этот мод я, кстати, просто установил, знаете, из-за чего? Он просто сам Soul Knight, я, по сути, мне он изначально чертеж. Мне он изначально, по сути, не интересовал игра, но потом я посмотрел на Android, какие они добавили функции, я охерел, я думаю, блин, надо скачать, это же реально прикольно так будет. И вот, я его уже скачал, я вот смотрю, реально куча функций, прям, если не ошибаюсь, то даже больше, чем описывалось, вроде бы, как. А, не, стоп, они, кстати, все описали, да. Ну, тем не менее, все равно прикольно. Вот, реально, вот кто еще не пользовался, я всем посоветую сайт Android, потому что он реально такой топовый, у него куча модов. У него, кстати, есть даже телеграм-группа. Ну, вообще, да, как бы, ну, она... Ну, такая, типа, по виду группы, ой, по виду канала, но при этом это на самом деле группа, в которой никто не может писать. Какой, ну, чё, они тогда просто канал не создали. Ну, тем не менее, допустим, так. Ну, кстати, еще могу посоветовать Easy Arc, тоже такой канал есть, прикольный. Ну, там уже, знаете, более так поподробнее описывается, типа, в Android они в Telegram... Телеграм паблики, скажем так, они просто типа дают ссылку там и краткое описание, ну, которое само по себе подносится. И а вот в Easy Arc они, ну, у них просто своего сайта нет, вот они его все в Телеграм публикуют, и они вот там, фу, параша, и они вот там типа, вот они типа там публикуют сразу там уже ссылку на приложение. Ой, чё ты, сам файл уже скидывает, описывает его, картинку вставляет, иногда даже видео. Ну вот, знаете, прям такую картинку, чтобы информация на ней была, и чтобы сразу было понятно, о чем игра. Ну, типа, знаете, очень прикольный канал. Ну, а от Android, он такой более прикольный, типа, не в Телеграме, а просто так, как сайт. Он просто куча модов у него. Так... Ладно, давайте вот немножко уже об игре задумаемся. Так, я, честно говоря, я не знаю, просто примерно так, согласно, оно писало, просто когда я все на автомат поставил, у меня рекорд, скрин-рекордер... Есть этого героя. Бесплатно? Ну ладно. А это что такое? Ну ладно. Типа, что я там хотел? Блин. Что-то хотел, а уже забыл. Ну, я имею в виду, что-то хотел вам сказать. Блин. Я реально забыл. А, ладно. Допустим, давайте что-то тогда новое придумаем обсудить. Так, а, кстати, что мне сейчас выпадет? 29 минут. Ну, давай. Лазерная... Терапия. Серьезно? Не, так назвали. Ломик. Ах ты ж. Выкинь. Дай мне. Говноед. Вот, поменял. Не, я, пожалуй, бадминтон поменяю на вот эту. Что за фигня?
А, я походу понял. Сейчас я примерно понял, походу, да. Ага, да, я понял. Оно уже по автоприцеле сами уже, именно когда цель есть, вот тогда оно и уже само стреляет. Я понял. Так. А ладно, давайте вот это сейчас снимаем по приколу. Ага, когда я стреляю на ходу, оно значит понятно. Блин, я вот... А, да, вот, я вспомнил, когда, типа, я вот все выставил на автомат, оно у меня писало, что хватит мне на час съемок. Ну, а, блин, прикол в том, что, типа, оно очень переменное, эти условия записи. Я даже не знаю, может, мне их даже на половину видос не хватит. Блин, а меня вообще здесь ни на что не хватает. Кстати, я могу что-то продать? А, это стата. Так, секундочку. Так, блин, ну вот я бомжара, мне вообще ни на что не хватает. Так. Блин, вот так. Ладно, тогда попытаемся пройти его как-то по-быстрому. Блин, я просто не знаю, типа, сколько мне понадобится времени. И хватит ли мне памяти для этого. Ну, возможно, если не хватит, тогда я все-таки разделю его на две части. Назову своего знакомого пиздобором за то, что он сказал, что его за один урок прошел. А я вот даже с мадами играю, почему-то его не так быстро прохожу. Ну, может, они, кстати, его не полностью проходили, может, он не то имел в виду. Но, тем не менее, ну и я еще вторую часть тогда сниму. Ну, мне как бы чем больше видосов, тем лучше. Ну, ладно. Так. Тут. Погодите, я вот только заметил, а где мы, типа, это я только могу одного наемника взять. Кстати, я могу его еще раз использовать. Ой, блин. А, блин, а нахрен я его. Блин, я только монеты послал. Ну ладно. Надеюсь, у него будет какой-то толк. Что это за... А, он всегда такой. Фу ты за... Хотя, блин, снайперская винтовка, мне, в принципе, очень нравится такое скорострельное, тем более с моим тонадом. Наверное, убийство. Ну ладно, так, не добил. У меня, кстати, я там в обучении смотрел, как я появляюсь в городе, там все такое. Мне вот интересно, а почему я сейчас не могу там вернуться, типа, знаете, что-то скрафтить, еще что-либо. Вот, например, мне, ну вот, я не знаю, где-то здесь рано в город вернуться. Ну, типа, знаете, ну, вот не в город, а именно там, где бар, знаете, где-то был. Так, вот так. Сейчас мне надо еще кое-куда сходить. Так, может, здесь что-то интересное будет. Ну, и вот я просто хотел там посмотреть, типа, ну, если, типа, дальше мне уже после обучения этот бар не попадется... Ну, разве что при новой игре. Тогда нахер, типа... Ну, нахер, типа, вот мне вот эти там цветочки, там семена и всякое такое. Если, как бы, я не могу их нигде использовать. Вот такой вот вопрос. Так, что там вообще меня стреляет? И почему у меня... А, вот так вот. Нет, что-то все равно не понял, как оно... А, блин, это сейчас я уже всех убил. Что это за огненный топор? Блин, в принципе, его можно вместо термобур, ракетная пушка, блин, что поменять? Ну, вот, пожалуй, возьму вместо лазерной терапии. А, блин, она прикольная. В смысле?
А, это типа крит удар у меня, наверное, такой будет. Я понял. Так, а вот здесь я уже был. Так, стоп. Вот там портал. Так, блин. Капец, время быстро проходит. А, блин, у меня тело нагрелся. Да, вот, кстати, бывают вот такие пиксельные игры, вот, которые смотришь, ну, и думаешь, блин, ну, оно мало грузит. Типа, вообще фигня. А, блин, эскапист, например, я устанавливаю вот первую часть, и то, блин, оно нагревалось, пипец, я вот не пойму, почему, блин, кстати, зря я лучше все-таки, наверное, секиру взял. Так, магический камень. Что мне даст? Так, что за... Я двигаться не могу. Чё? Игра завершена? В смысле? Как бы... Чё? Не понял. А так, а это чё, типа поделиться? Или чё? А, да. Ладно, пускай не будем делиться. Чё-то я не понял, я что, уже все победил? Офигеть, я думал, это там, знаете, полгода, типа, будет. Ну, не прям так полгода, но очень долго, типа, это будет и всякое такое. Офигеть. Не, кстати, значит, чувак все честно сказал. Ну, типа, да. И он за час прошел. Офигеть. Ладно, друзья, давайте тогда, наверное, пройдемся еще вот по магазинам, что у нас тут есть. Так, это мне не надо, карта бесплатного возрождения. Ну, знаете, так по фану. Вот так-то. Что тут у нас? Типа, кого-то из них я могу... А, не, а нахер. Ладно, в принципе, зачем она мне? Кстати, а... В чем мой навык? Вот этот. Используя два оружия. А, вот это действительно у него такое должно быть. Имеет все имеющиеся... Использует все имеющиеся оружие одновременно за краткое время. Офигеть. Критический урон с кратковременным случайным эффектом. Понятно. Ну вот, типа, друзья, получается, вот я его прошел. Сколько у меня, например, заняло, я, честно говоря, не знаю. Ну вот, я не знаю, типа, знаете, в качестве аутро. Да, я знаю, я вообще сейчас все в открыто делаю. Ну ладно, в принципе, давайте мне, простите меня. Ну, я просто дебил. Вот давайте, вот сейчас. Вот просто такое, типа, попытаюсь сделать небольшое... О, ёпрсты. Вот небольшое такое аутро попытаюсь сделать. Ой, не-не-не, в принципе, оно мне нафиг не надо. Вот это, типа, забивать его. Ну, а давайте вот просто так как-то напишу. Вот, видите, оно мне так уже нагрело, что вот лагает еще сильно. Так, вот так. Да, блин, чего оно меня не все чувствует? Вот так, типа, я Е писал. Фу. Астерикс. Ладно, все, в жопу это. Итак, друзья, с вами, как всегда, был я, Астерикс Офишиал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. И, учитывая то, что сейчас премьера видео, ожидайте через полчаса самое новое видео. А хотя, с учетом того факта, что я уже это снимаю очень долгое время, я даже и сам не знаю, честно говоря, какое. Но вот, наверное, Стопудняк уже вышла и новая серия, так что уже там посмотрите, вы ее уже должны увидеть. Ну и всем пока.